Первый фол Александр Семенюк. Номер 7. Последняя минута третьего периода. Четвертый фол, треугольник, номер 41. Александр Кудрявцев. Впереди Нимбург после третьего периода. Благодарю болельщиков в интерактивной игре. Ловит только свой план, определен сегодня лидер. Сегодня победил Влад Брезинский. По окончании матча против противника интерактивной игры ловит только свой план для получения приза. Приз лидера вручил представитель спонсора банка ВТБ Беларусь и Денса Карасевича на месте проведения игры. Good screen and here screen. Stay here in the corner. Going up. Alright? If he will open, give him pass inside. If no, move the ball here. Получишь мяч. Гол. Пас. Сделай кат. И уйди сюда, блин. Ясно? Just. You stay here. Three and pick and roll with five. Going down. Four is coming up. Alright? Понятно, нет? Поняли? Let's go. Last 10 minutes, guys. Got it.
Dominic Wilson. Четвертый фол. Джастин Нокс. Номер 25. Замена в команде «Ваконец» Александр Семенев. Второй фол Алексей Тростенецкий, номер 15. Четыре командных фола «Ваконец». Второй фол Джастин Хоукинс, номер 5.
Chester Musikus. Занято в команде наконец. Джастин Хоукинс вступил в игру. Четвертый фол. Радок Нечас номер 12. Thank you.
Третий пол, и это у Кента номер четвертый. Алексей Лашкевич, номер 11, 4-й фол. Честер Силус. Четвертый пол, это Кента, номер 4-й. Thank you.
Четвертый фол Александр Малевсон на 41. Честер Симмонс. Второй раунд игры командный механизм. Приочка, замена в команде «Баконец». На площадку возвратился Алексей Красинецкий. Пятый фол Радек Нечас, номер 12.